Всем привет, друзья! Многие люди думают, что эктоморф, мезоморф и эндоморф – это какие-то отдельные типы телосложений, которые типа относятся к определенному человеку. Но нет, я хочу вас расстроить. Данные типы телосложений не являются универсальными для каждого человека. Многие люди обладают признаками от абсолютно различных телосложений. Комбинации чаще всего случаются между такими близкими типами, как эктоморф и мезоморф, мезоморф и эндоморф. Также нередко можно встретить человека, который является мезоморфом, а набирает вес как эндоморф. Чтобы узнать, каким телосложением вы обладаете, для этого нужно проследить за собой какое-то время. Конечно же, визуально можно оценить человека и сказать, кто он, эктоморф, мезоморф или эндоморф, но это, возможно, будет ошибочно. Нужно также учитывать, что программа питания и тренировок для каждого телосложения составляется отдельно. Если вы эктоморф, то для вас составляется отдельно, если мезоморф, то отдельно, если эндоморф, то отдельно. И никак не может программа тренировок или питания эндоморфа подойти к эктоморфу. Это абсолютно различные типы телосложений. И сразу же хочу сказать, что неважно, к какому типу телосложения вы относитесь, потому что если вы эктоморф, то через время вы можете стать отличным мускулистым спортсменом, атлетом. И если эндоморф, то вы можете стать таким стройным, эстетичным парнем. Все зависит от того, сколько вы будете работать, сколько будете трудиться над своим телом. Долгая работа над собой и естественные диеты приносят отличный результат. Это неоспоримый факт. Если вы тощий парень, как я, например, то мужайтесь, пацаны. У вас есть шанс стать огромными атлетами, набрать 30 килограмм. Но для этого придется хорошенечко попотеть и вложить немало денег на еду. Если вы эктоморф, то старайтесь очень много есть. Если вы мезоморф, то старайтесь следить за вашей диетой, за вашими калориями. Если вы эндоморф, то старайтесь сидеть на белковой диете, потому что если вы будете кушать углеводы, то вы никогда не сделаете хорошее тело. Если у вас есть какие-то комментарии, вопросы, возражения, все пишите в комментариях, поговорим и, надеюсь, решим вопрос, который у вас возникает. Все, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте лайк ему. Не ставьте дизлайк, поставьте лайк. И увидимся в следующем выпуске. Пока!